Те, кто следит за моими фильмами, знают, что я сажала вот эту лиану, это киви, из семян. И меня спрашивали, как же себя чувствует эта лиана. Сказала, что я ее посадила в огород, она у меня перезимовала. И вот, посмотрите, видите, идет раскрывание почек. Дождусь ли я плодов, не знаю, говорят, нужен мальчик и девочка. Но даже то, что лиана выжила зимой, это замечательно. Вот они, почечки, красавчики. Выращивать из косточек очень интересно. Из семян я вырастила миндаль, вырастила гранат, мушмулу. Имею в виду растения. Плоды еще ни на каком из выращенных саженцев не получала. Кроме как из абрикосовой косточки выросло замечательное абрикосовое дерево с очень вкусными крупными плодами. Посмотрите мой фильм, видеоблогер Екатерина Снетко. А что вырастили вы? Напишите.